Я не знаю, что это было на самом деле во время этого клипа, но оно вот прям вот что-то рядом прошло и все задрожало. Я не знаю, либо это очередная идет разборка среди этих самых, как они называются, владельцев Глейндвагенов, Глейндвагенов, как они называются, либо это что-то от мира упало. Тем не менее, это «Тихий час», «Доброй ночи». Это настоящая музыка, музыка, которую вы помните, музыка 80-х, музыка, которую помнят ваши родители, если... Они еще способны вообще что-либо помнить в данный час. Мы сегодня говорим о мире. И акция «Мир вашему дому». По этому поводу есть информация. Космическая станция «Мир» переведена в автоматический режим «На кого Бог пошлет?» ЦУП, город Краснодар. Подпись «Ленин». Очень интересно. Спасибо за эту информацию. Также Серега пишет. «Я только что вышел покурить, и мне на голову свалилась та самая гитара с «Мира». И пара этих пенис-холдеров. Сергей, будь осторожен. Знаешь, действительно, очень неприятно, когда выходишь на улицу, и тебе на голову падает пенис. Или пенис-холдер, или я не знаю. Мы также параллельно со всем остальным в этой передаче, кроме того, что ставим вашу любимую музыку и спасаемся от мира, мы даем шанс вам выиграть набор от MTV. Набор для выживания, рюкзак, бандана, пенис-холдер и CD-холдер. И для этого вам нужно посмотреть внимательно на нарезку, которую мы называем «Склеротика», сфокусировать все ваши ментальные факультеты на клипах и сказать мне, кто поет и как называются песни. Смотрим прямо сейчас и выясняем, есть ли у нас победитель или нету. Александр, вы на проводе? Вы на связи? Алло, ЦУП. Александр? Алло. Александр, доброй ночи. Доброй ночи, приветствую. Как настроение? Ничего? Мир не пролетал? Да нет, по-моему, где-то он в другой стране у нас проходит. Очень хорошо. Сосредоточьтесь, пожалуйста, соберитесь и назовите участников этой видеонарезки, пожалуйста. Ну, попробуем. Давайте. Я думаю, что первый ДДТ. Угу. Второе, что-то старое, что-то мне не вспоминается совершенно это. Дэвид? Дальше. Дэвид Боуи. Правильно, он сказал Дэвид Боуи. Дальше. Следующий Кис Анхоли, естественно. Да, классика. Шаде. Лапочка. Может быть, Smooth Operator, я не знаю. Что, Sweetest Taboo? Smooth Operator. Sweetest Taboo, все правильно, да, и... И мальчишник. Мальчишник. Зачем она тебе нужна? Александр, просто прекрасно. Это, наверное, я сбил мир. Об этом мы поговорим вне эфира. Вы расскажете, как это делать, потому что вы знаете, что сейчас Международная космическая станция, скоро там будет тоже кое-что происходить. Нам нужно знать, как сбивать с радио космические станции. Александр, для тебя Дэвид Боуи, тот самый клип, который ты так любишь. Дэвид Боуи, China Girl. А мы пока выясним, как же сбиваются эти станции. Уходим в клип, пожалуйста. Александр, еще раз поздравляю вас. Правильно отгадали склеротику. Весь этот набор отправляется к вам. Теперь, мне кажется, пора прощаться. Но перед этим поблагодарю всех вас за вашу поддержку. Не забудьте настроить ваши телевизоры на следующей неделе в 0:30 в четверг. Тихий час. Настоящая музыка. Музыку, которую вы помните. Надеемся, что к этому времени уже, в общем-то, выяснится действительно, где этот мир, куда он упал и что все будет, в общем-то, нормально. Спасибо Коле Кактусу. Спасибо. О, боже. Это, кажется, здесь сегодня Scorpions были. Или у нас действительно грохнуло. Спасибо Наташе, Коле, Кактусу, Людку. И всем пока!